Ой. Помидорки сейчас соберу. Что-нибудь с ними сделаю. Так. Ой, забыла поздороваться. Всем доброе утро. У нас так прохладненько, хорошо. Так устали от этой жары. Что-то кругом на полу валяется везде. Ой-ой-ой, уже чашку собрала. Вот эти помидорки посадила, купила рассаду чили. Вот они, вкусные, кстати. Очень сладкие. Вот, еще. О, падают. Даже ну переспеют и падают. Так. Так, тут у меня чего-то я запустила здесь. Ой, что у меня здесь творится? Какой-то куст весь. Ну, помидоры вкусные здесь, но они что-то как-то у меня тут кучкой. Или я их то, что привязала так туго. Надо сейчас сорвать. Так, вот еще маленькие помидорчики, сладкие. Ой, погода отличная. Сладкие, вкусные. Ой, хорошо как. Лепота. Это у нас такой полох. Мы его сделали, чтобы от туман не садился на помидор, как те года. Мы один раз опоздали, накрыли. Туман сел и все накрыл. В этом году хорошо. Помидоры все стоят. Вот я их привязала. Вот еще один. Вот этот что-то у меня повалился. Макушки отрезала, а вот этому не отрезала. Вот он тянется. Так, кабачки-то у меня уже все накрылись, походу. Может, еще будет. Посмотрим. Ой, дорогие мои, всем хорошего дня. Пойду с помидорами разбираться.